Привет, привет. Привет, Морвит. Расы. Родословная. Технология. Какая интересная игрушка. Привет. Привет. Какую расу посоветуете? По внешности я еще пока не определилась. Oh my. Калдария для торгаша? Крутую, как яйцо страуса бери. Очень забавно. А кто у нас тут крутое, как яйцо страуса? Враг-пират.
Довольно-таки сложное управление. Сделаем веселое. Нет, я могу сделать. Упражнение на группы мышц лица. Сделать девушку блондинкой? Не поняла вопроса. А это тем более не поняла. Чебурашка. Как в Симсе создаем персонажа?
блондинку сделаем. Какие они получатся? Здесь нет такой длины волос, как минимум. Блонди Чебурашка Мулат. Повис. Нос повис. У нее носик тут картошка. У меня не картошка. Тут эта вот приплюснутая штучка. Зеленые глаза, как у меня, будут. Хоть где-то не будет дефектов. Изменилось. Оу. У нее появились ресницы.
я бы нарисовала бы ей улыбку, но она что-то как-то не рисуется. Я могу и рот только растянуть и сузить. Как сделать ей улыбку? Глупо, глазка. Хорошо. Ловлю на слове. Сейчас будет секс. Мы снимаем одежду. Сисюльки. Какие вам нравятся девушки? С пузиком или без?
будет во лбу звезда гореть. Почему? Почему не стоит? И что не стоит? С маской? С какой маской? Я нашла конец.
Постараюсь не умереть. Валатар или Велатар. Навести камеру на мой корабль. Превосходно, ваш корабль не взорвался пока, и это крайне удачно, потому что я как раз запустила вашу информационную панель. Сейчас добавлю на... Добавлю на нее ваши текущие цели. Какие наши текущие цели? На информационной панели можно найти подобные сведения о текущей цели. Продолжить. С одного из кораблей неподалеку поступил сигнал бедствия. Что это? Поздравляю, не только вы попадали с этим неопознанным врагом. Перенесемся к источнику сигнала. Нас будут сейчас бить. Перейти в варп-режим. Ну, допустим. У нас сейчас не особо сильно много вариантов. Будьте начеку, капитан, не знаю, с чем мы столкнемся по прибытии. Оу, камера трясется. Переходим в варп-режим. Пих-пих-пих-пих. Мы были слишком далеко и не смогли успеть вовремя. Кто-то взорвался. Выберите обломки. Мышкой. Щелкните правой кнопкой еще раз и выберите приблизиться. Как приблизиться? О, приблизиться. Покуть. Выйти на орбиту, держаться на расстоянии, приблизить камеру, отслеживать, захватить цель. Похоже, уцелевших нет. Как печально. Я продолжу сканировать участок. Не стоит надеяться на чудо. На обзорной панели указаны ближайшие объекты, с которыми вы можете взаимодействовать.
Мои фоновые процессы перезапустили обзорную панель к кораблю. Что это за звук? Флаг участия в бою с НПС события. Участие в бою с пилотом обычного корабля. Что это значит? Что это за штучка такое? Ваш корабль останется в космосе до истечения срока флага. Уруру. Сейчас, погодите чуть-чуть. Что это с чем-то едят? Так, слишком близко. Ну и... Почему-то это не работает. Красным надо взаимодействовать. Мои сенсоры зафиксировали приближение противника. Это точнее, если точнее, это искатель узоров. Захватите цель и готовьтесь к бою. Слишком много иконков. Для глупых все понятно. Захвачено интерфейс корабля. Вы можете следить за состоянием корабля и воспользоваться бортовым оборудованием. Теперь вы можете стрелять из своих орудий. Кстати, сейчас самое время продолжить. Сейчас, секунду.
Ребят, что-то заработал. В космосе довольно-таки красиво. Я бы сказала, прям очень красиво. Пьем. Там надо было выйти что-то на... Здесь можно узнать информацию о щитах, броне и корпусе. Состояние брони. Силовое корпуса. Мы убили. Туда и дорог. Этот искатель узоров был дроном. Скитальцем. Дроном. Мы не живого человека убили. Ах. Какая досада. Скитальцы. Кто такие скитальцы? Великие державы. Но в этом редко находят общий язык. Но в этом они единодушны. Скитальцы очень опасны. Ну ладно, допустим. Куда сейчас? Полет к станции. Ладно, послушаем ауру. Войдите в док-станцию. О, она еще и шевелится. Вон оно как. Станция. Квадратик. Идите в док. Интересно, эти штучки горячие? Штучки. Совершаем прыжок, мы войдем в док по прибытию. Еще можно и настроить. Это даже зелененький. Что значит зелененький? Время варп-прыжка я восстановила работу вашей системы. Ни о ком. Что значит ни о ком? Можете не благодарить. Я выполняю несколько задач одновременно, гораздо эффективнее, чем среднестатистический человек. Хочу быть аурой. Стоп. Продолжить. Эй, зачем? Ну я не прочитала, как вернуться теперь? Найдите занятия, отвечающие вашим... И что же? Каналы чата. Корп. Локальная помощь на русском. Агентство. Подождите. Вау, еще и это можно двигать. К слову, с системе Неокон. С ее помощью можно связаться с Конкордом. Кто бы еще бы знал, что такое Конкорд? Это главное и независимое ведомство по обеспечению порядка. Понятно. Во всем новом Эдеме и поддержание мира в секторе. Типа полицемены. Женщина, я нажимаю. Как я и думала, Конкорд обеспокоен угрозой, которую представляют скитальцы. Нам поручили новое дело. И что куда важнее, ваши услуги будут оплачены. Чтобы активировать. Куда нажать? Куда нажать? А.
Как я и думала. Ну так я же нажила. Сука. Не закрыла. Как с ней работать? Куда нажать? Помогите. У меня ару сломалась. Или я сломалась. Я не знаю, куда мне нажать. Что-то вылезло. Активный корабль. Ладно, закроем пока. Господи, нашла, у меня не работала. Активировать. Начать. Так. Текст. Станция службы. Различные станционные службы. Пилоты. Это живые человеки. А мы можем их вызвать вообще на дуэль? По дуэльцу. Я уже могу ведь это делать. Оу-оу-оу. Пока ничего не понятно. Знакомиться с меню станционной службы, доступ к которому я только что возобновила. В нем вы сможете воспользоваться всеми услуги, которые предоставляет станция. Думаю, дополнительные объяснения здесь не нужны. А мне нужны. Я туп. Приготовьтесь, капитан. Сейчас вы можете в безопасности. А, сейчас мы в безопасности. Но когда вы выйдете из дока, произойти может все что угодно. Зачем нам выходить из дока? Но требуют. Если вы готовы заняться делом, перейти в варп-режим. С информационной панели можно найти подробно сведения о текущей цели. База такая красивая, господи, боже мой. Можно мне познакомиться с этим архитектором? Или как это чувака назвать? Живые человеки, зеленый, что он значит? Корвет. Корветы. Пилот состоит в вашей корпорации НПС. Я НПС? Ладно. Какую-то бучалку вижу. То есть... Вы не
проходили обучение. Эти варп-режимы. Совершай прыжок короткий боя, капитан. Капитан. Странно, что здесь нет распределения полов. Или есть распределение полов? Меня бы можно было бы назвать капитанша. Капитанша. Звучит как-то по-сексистски. Что там было? Подождите ближе. Увеличьте шансы. Найдите. Выйдите на орбиту. О, кружочек. Показать подробную информацию. Захватить цель. Держаться на расстоянии. Выйти на орбиту. О, это как раз таки нам то, что и надо. Можно же оживить счет по правой кнопке мыши сделать. Захватить цель. О, еще захватить цель нужно, да. Захватить цель точно. Почему звучит прям как Анастейша? Представим ее, наверное, сюда. Орудие. А это что такое? Эй. Скорость полного хода. Если ее нажмем, то скорость увеличивается. О. Мы опять убиваем. Убиваторы в теме. Обломки корабля. Обзорная панель. Щелкните правой кнопки мыши и выберите. Показать содержимое. Опять он взорвался. Показать содержимое. Сюдонь. Приближайтесь к обломку, только получите доступ к грузу. Понял, принял. Показать содержание. Содержимое. Нам еще подарочки забрать. Взять все. «15 оттенков серия сериал». Нет, такой я не смотрела сериал. Скорее, фильмы есть 50 оттенков серого. Смотрела первую только часть. И эту же первую часть читала книгой. Больше мне не понравилось. Я не особо сильно люблю такие фильмы и сериалы. Там слишком все хорошо. А 50 оттенков серого сериал. Ой, 15. Такой, правда, существует. Так. Это мы теперь забрали. Я тоже чуть-чуть уменьшим и закроем. Сообщим о наших успехах Конкорду и заберем вознаграждение агентством. Получим награды. О, бабосики! Бабосики, мы уже богаты на целых 15 тысяч. Ну да, ничего страшного. Там вроде бы 3 фильма, но я не смотрела 2 остальных части. Очень много эмоций. Я люблю фантастику и фэнтези, а еще ужастики. Ваш кошелек, мой кошелек. Мы бабосики. Доход за 30 дней. Какие вообще есть в игре
заработки. Надо будет об этом узнать. Щелкните по кнопке перейти. Ай-яй-яй-яй. Перейти в форп режим. Евка тут еще ужаснее. Ну, плеткой бывает приятно, если это делать правильно, а не так, как били рабов или любят бить животных, когда остаются красные полосы или полосы кровавые, а когда такой чуть-чуть заметный след, приятный. Это приятно. Хотя тут тоже все зависит от вкусов. Многим нравится и посильнее, многим вообще никак не нравится. Наши данные, этих нужно убивать. А да, а если вот так сделать чпоник и выйти на орбиту. А эту штучку можно пододвинуть? Можно. И делаем ей пих-пих. Напихаем ей. Или ему. А вторую я могу заделать? А. Два сделаем. Далее. Найдите сторожевую башню на обзорной панели. Сторожевая башня. Киберворота. Но я только понимаю, что это и есть сторожевая башня. Выйдите на орбиту, захватите цель, откройте огонь. Это я уже знаю. Из вас еще может что-то и выйти достойно. Какая ты грубиянка. Откроем личное дело. Ой-ой-ой. Чем больше навыков изучить, тем ваши шансы на выживание. Игра очень интересная. Надеюсь, вы слышите мой интерес. Сейчас, секунду. Один. Пик-пик. Выберите ведение орудий. Вкладки.
побольше узнать о навыке. Дети указать мышь, чтобы бим-бим. Да, я с этим немножко согласна, что ни хрена не понятно. Хотя тут настолько все пишут, это хорошо, что даже для дурачков понятно. Ну, по крайней мере, как я дурачок. Я же дурачок. Тут еще нужно повысить, чтобы развить этот навык. Выше уровня необходимо приобрести омега-статус. Омега-статус. Альфа-статус. Как же альфа-статус? Не против, если мы немного поработаем над вашими навыками ведения орудийного огня. Вы прилично стреляете, но всегда есть куда расти. На вкладке навыки выберите категорию из ведения орудийного огня. Затем найдите навык поиск уязвимых зон, чтобы больше... Она может это говорить вообще вслух? Почему я должна это читать? Ты... Помощник или не помощник, аура? Омега. Статус. Что значит омега статус? Тихнявка. С тихнявками нужно быть аккуратней. Ведите так, выкладки, навыки, выберите категорию ведения орудийного огня. Поиск уязвимых зон. Где оно? О! Перетащите его в план освоения. Вот так? О-о! Окей, Гугл. Окей, Гугл. Окей, Аура. Все, мы сейчас будем изучать первый навык. Господи, хоть где-то буду учиться. Ну все, чтобы продолжить, закройте личное дело. Я сообщение, когда... Ну ладно, сообщишь. Вообще, что тут по настройкам у нас? Найдите занятия, отвечающих вашим интересам. Так, я вернулся. Откройте агентство, выберите обучение, получить награду. Пороемся в настройках или поедем дальше по заданиям? Или настройки попозже? Поедем... О, мы сейчас еще богаче станем. Кстати, омега статус. Нужно будет его как-нибудь сделать.
Сделаем. Сколько стоит омега статус? Как это узнать? Канал. Квесты. Квесты. Активировать. Бабло. Квесты. Бабло. Так, я получила сообщение о том, что в секторе переходим в варп-режим. Снова полетели. Полетели, полетели. Робот, робот, я тебя люблю. Мы так хотели. Варп-прыжок. Снятие финансов. Финансы. Торговая система. Войти в торговый сектор и начать торговлю. Так. Нам надо чепыжить. Захватить, выйти на орбиту. И откройте огонь. 23 километра от нас. А дальность? Не такая уж и большая дальность. Действие, дальность, действие. Нам надо будет к нему подойти ближе. Подлетаем и нажимаем. Сейчас будем его херачить. Да. Мы делаем больно ему. Еще один противник. Выходим на орбиту и будем его чпокать. Я отдаю свои приказы. Будем его убивать, 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 убивать. Мы же ведь вышли на орбиту. Почему он так медленно умирает? А вот написано, что мы вышли на орбиту. Господи. Убивашки. Связь в этом секторе восстановлена. Так, держать капитана локально. Это же ведь были чаты канала. Общаться с капсулерами. Я ведь тоже считаюсь капсулером. Напишем ребятам привет. Не знаю зачем, но мы ему им напишем. И напишем везде. Посмотрим, может кто ответит. Будет интересно. Хе-хе-хе. Привет. Что так и да? Воспользуйтесь этой возможностью и совершите какую-то... А, да, нам сейчас надо в агентство ехать, получить награды. Мы еще стали богаче на целых 20 тысяч. Активировать. Сейчас поедем на следующее задание. Похоже, скитальцы нас заметили. Согласно отчетам, они планируют скрыться вместе со всеми собранными данными. Нужно поймать их, пока они не сбежали.
Щелкните по кнопке «Перейти в варп». Вот сюда. Капсулёром я считаюсь, ошитаюсь. Я-то она шевельнулась, я видела, да. Пих-пих-пих. Подальше. Его надо чпокнуть тоже. Сделали действие. Капитан, обзорная панель, щелкнуть правой кнопкой. Теперь выбить команду, приблизиться, чтобы... Ладно. Ну, туда я уже знаю. Ой. Бьют. Ой, я не захватила его. Ля, сложно. Чел, не убивай меня. Я его убиваю или не убиваю? Я его не убиваю. Лежит ничего. Ты хотел меня чпокнуть, да я тебя сам чпокну. Сюда иди. Найди дистанцию на обзорной панели, щелкните по ней правой кнопкой мыши, выберите выйти в док. У меня здесь же она была раньше. Теперь не будет так. Совершить прием. Мы войдем в док по прибытию. Так и да. Приятно удивлена, что вам удалось пережить это столкновение. Это уже очень приятно. Спасибо тебе за твою заботу, Аура. Занятие, отвечающим вашим интересам. Ура, я сейчас получу награду.
было. А-а. Трюмы и склады. Давайте посмотрим, что оснастки вашего корабля. Откройте окно. Оснастки системы Минелкон. Окно оснастки. Снимите старое орудие. Показать подробную информацию, обесточить. Снять. Перетащили новое орудие в окно. А, их было две штуки. Куда мы летим? Я еще не знаю, куда мы летим. Но куда-то мы полетим. Я даже не помню, куда мы в предыдущие разы летали. Антерия. Грузовой отсек. От вашего... А перетащите дополнительный припас. А! Ангар. Склад. Сюдонь. И... все. Мы типа сейчас стали мощнее. Тут еще есть такая кнопочка интересная. Информация. Ладно. Читать долго. Так. Дальше в агентство. Улучшение. О, за каждое улучшение нам дают денежку. А в будущем такое тоже будет. Конкорда стало известно, что искатели начинают собирать силы. Тут бла-бла-бла активировать. Поехали, в общем. Разведка Конкорда. Так. А, ой. Чтобы начать, жмите выход из тока.
Запустим программу прыжка. Используйте эту возможность опробовать оба ваших новых орудия. Я тем временем попытаюсь восстановить работу остальных систем. У нас типа все системы постоянно ломаются или как? А это почему нельзя перетащить? Только свернуть можно. Пуф ты. Полагаю, испытание такого рода называют боевым крещением. О, у нас сейчас будет крещение. Так, ну тут все как и в прошлый раз. Меня уже убивают. Это игра Ева Онлайн. Ева. Иви. Я не знаю, как она правильно читается. Ив, Ев. Сейчас меня убивают, погодите. Что такое? Почему такой смайлик страшный? Так. Нас реально убивают. И чпоньк, и чпоньк. Мы же вышли на полет по орбите. Так, а это что за кнопочки? Тактическая камера. Прикольненько. Они, получается, ниже нас. Еще появились враги, их нужно захватить и выйти на орбиту. Этого тоже. Ой, не туда нажала. На минус глазик. Чпоньк и чпоньк. Будем убивать. А если я сделаю вот так вот, можно же? Да, каждый по штучке. Как вот эти вот называются штучки? Нас убивают, да. Но мои первый щит идет, броня или корпус, наверное, броня. И силовой первый, потому что у него отнимаются эти проценты. Господи, как глупо, надо выйти на орбиту. И сделаем две. Карты, деньги, два ствола. Слушайте, я знаю такой фильм, он очень крутой. Самая моя любимая фраза это «Любишь песики? Песики любишь?» Песики, песиков, песиков. Что? Песиков, что? Песиков любишь? Сгруппируй орудия. А как их сгруппировать? Типа вот так вот один. Вау! Один на один уложить? Да, можно. Так удобней. Или я неправильно сделала? Или правильно я сделала? Или я неправильно сделала? Горич топ. Согласна. Выходим на орбиту, убиваем и убиваем. Блин, мне пробивают. А почему здесь тогда написано одна штучка? Я думаю, что тут будет две штучки. Ну, зато они умирают, и ладно. А что делать, если я умираю? Вот они мне сейчас вот эту вот первую полосочку добьют.
И куда потом? Так, а я вышла на орбиту? Нет, я не вышла на орбиту. Меня убивают. А как их теперь разгруппировать? Показать, выгрузить, включить, отменить группировку. Хиты Буланова, молодец, Валера. Валера, ты молодец. Я ничего не понял, но ты молодец. Валера, настало твое время. Снять группировку модулей. Теперь обгруппируем. Я невероятно рада, капитан. Интересно наблюдать за нами. Также рада сообщить, что остальные системы полностью функционируют. Что скажете? Можем проверить, какие награды вам даты. Получить награду. И у нас последний пункт. У меня последний пункт. Создать место. О, штучки появились. Каст. Как это? Ладно. Мой English очень perfect. Поэтому ушки-закатушки. Так. Решить прыжок, звездные врата, прыжок, перейти в варп, ставь разгон. Очень-очень интересная игра, залипательно главное, аж спать охота. Ну, космос тут прям... волшебно все смотрится. Если бы было бы в реале, я бы вообще бы от восторга бы, наверное, у меня бы рот бы не закрывался бы. Маршрут. Квадратики. Три гиперворота. Ворот до цели. Ваша карьера ждет. Так. Прыжок к звездам. Кстати, да. Камера на орбите. Так, найдите звездные врата с желтым значком. И перейти в варп, совершить прыжок. Валатар тип. Надо было с ним познакомиться. Или с ней. Поздороваться. Она зелененькая. Зелененький целый цвет, это всегда хорошо, значит, она с нами. А вот красненький цвет, страшненько. Мое очко чует подвох.
Световые разведсонды. Уф. Пеленгатор. Лунная разведка. Разведсонды. Карта системы. F9 Alt. Что такое пеленгатор? О, ёшки-кот. Что это? Что это? Почти на месте. Так, как теперь отсюда уйти? Как уйти? О. Как уйти? Я застряла, помогите. Во. Как она неудобна, эта штучка вылезает так быстро и резко. Нам еще что-то пришло. Новое предложение. Купить пренку. Омега-статус на один месяц. Набор с эсминцем. Неплохое предложение. Брать мы его, конечно же, сейчас не будем. Местоположение. Квадратики. Их стало меньше. Алкос. Мецекембик. Как это читать, господи? Так. Тоже самостанция. Да, квадратик же станция. Войдем в док. Вход в док. На станции кадрового агента. Обучение. Пих-пих-пих. Станция. Док. Гай. Рич. Кстати, кроме карты «Деньги, два ствола» у Гай Ричи, какие еще топовые фильмы? Щелкните здесь, чтобы открыть агентство. Советы посмотреть. Нас посылают агенты и задания. Где они? Первая как раз таки вкладка. Агенты и задания. Особые сюжетные линии. Выполняйте ряд заданий. Докажите свою. А тут умеют завлекать. Так. Агентство. В соответствующем разделе. Агентство. Не забывайте. Вы можете изучить разные варианты, прежде чем найдете идеальную оснастку. Карточку кадровые агенты. Так.
Не так беспомощный. Ну, спасибо. Так, углеродные формы. Мы все углеродные формы. Рок-н-ролльщик? А вот этот фильм я не смотрела. Кстати, да. Запомню. И этот фильм я тоже не знаю, Алпазин. Сложно. Сюжетец какой. Рада, что не так без помощи, не так, чтобы начать разговор с агентом, нажмите, ну как бы это понятно. Начать разговор. Торговля, исследование космоса, производство, военное дело, продвинутое изучение военного дела. Продолжить. Эй, эй, команда Сюдонь. Аладдин. Спасибки. На днях посмотрю, потом буду рассказывать. Джентльмены смотрела, а гнев человеческий, скорее всего, нет. Хотя я думаю, джентльмены пересмотреть. Так, личный четко. Ну, здравствуйте, я сотрудник команды поддержки игроков. Прошу прощения за вторжение, но я вижу, что вы новый игрок в Еве онлайн. Хочу уточнить, есть ли у вас какие-либо вопросы или требуется ли какая помощь в ваших первых шагах в игре? Я могу чем-то помочь? Да. Давай мне бабосики. Так, помощь на русском. Тут я уже была. Скучно. Куда подадимся? В торговлю, исследование космоса, производство, военное дело или же продвинутое изучение военного? Были еще мелодрамы, но там на любителя. Мелодрама серьезно на любителя. Но я любитель. Иногда очень редко бывает, заходит мелодрама. Эмоциональность, чек. Война? Военное или продвинутое изучение военного чего-то там непонятно. Чего-то там. Убивать, война, кружить. Да. Халк. Жечь. Личный чат канал. Ну что он хочет? Ему обязательно отвечать? Или можно игнорить личный чат канал? Наверное, не обязательно. Но я поигнорю пока что. Я же девочка. Так. Сначала военные. Ну, пойдемте разговаривать. Начать. Господи, маленькие буквы. Много опять букв. Наличие для капсулеров. Один из 10 задач. Ой, простите. Ваш агент попросил вас избавить шахтеров от пиратов в астероидном поясе. Так, место, какое-то место, штаб-квартира, Сипинь, Пьянь. Ладно. Допустим. Так, закроем пока. Игрок.
как его сделать и как его добавить, как туда-сюда сделать вознаграждение. Вознаграждение нам дадут вот эту штучку. Эта штучка называется Railgun. Привет, Моргенштерн, Лэр. Секс. Почему секс? Да, главное где? Так, ну, принимаем. Так, ваш агент избавить вознаграждение, бонусы, если вы успеете за 4 часа. И я так долго могу выполнять это задание. Серьезно, понадобится на это задание 4 часа? О май. Так. Мр. О, привет, Андрюшка. Почему у тебя тогда такой ник, Андрюшка? Привет, касатик. Пришла почта от какого-то человека. И как ее открыть, эту почту? А. Добро пожаловать в Эдем. Здравствуйте, меня зовут Туси Боси. В канал помощи. Ну, ясненько, понятненько. Блин, я не задала ведь место. Где ссылки на донаты? Где они? Где там скоро будут, может быть, увидите? Да, стримеров развелось очень много. Бортовой журнал. Принято. Наличие для капсулеров. Так. И его как-нибудь открыть можно или нет? Название задания на английском. Так, вторжение, агенты. Может, уже приняли. Я не задала маршрут. Как сделать так, чтобы задать этот... Понимаю. Вы, может быть, убрать? Вы жестоко меня направили. Да, пока только на YouTube. Валерий, почему мы тебя должны звать Владыкой? Перейти в режим. На данный момент только на YouTube. Стримлю автопилот. Камера от первого лица. Красота! Я в кабине. Я пилот. Только я себя не могу увидеть и все остальное, кроме неба. Грустненько, но вкусненько. Камера на орбите. Это возле корабля таким. Эта штучка.
Что мы сделали? Что мы ткнули? Что сделалось? Да. Круглешочки. Так, нам надо убивать. Опять убивать. Кто такой Бах? Бах. Убиваем. А этого нельзя взять. Он, видно, слишком далеко, и я его не могу взять в цель. Требуется уничтожить всех врагов. Слушала, конечно. И слышала, и слушала. От ржавых киен. Ладно. Допустим, передам им тоже привет. Очень интересно, читай внимательно. Ты что на меня ругаешься? Не ругайся на меня, пожалуйста. Касатик, не ругайся. Тринжина. Да, я просто это не понимаю. Не знаю английский, читать не умею, поэтому I'm so sorry. Он будет... Почему я не могу его убить? Да я его убиваю, а он не убивается. Он меня сейчас убьет. А, кстати, да, надо было на орбиту выйти. Все, я его убила. Гуф умер? Не думаю, что он умер. Уж ты тогда тебя убила. Так, полет по орбите задан, и начнем его убивать. Этот убивается быстро. И остальных тоже нужно. Но с ними нужно придется сближаться сначала. Ну, тоже на любителя рок. Я скорее более меломан, чем говорить про какой-то определенный жанр музыки. Все же под настроение слушать. Нравится музыку веселую. Выходим на орбиту и начинаем убивать. Эта штучка открутилась сама. Пять. Убиватели! Ну, все, мы всех чпокнули. Не только мышкой играть, но мне приятнее ей играть, что ли. Я второй рукой играть на клавиатуре. Так. Тут, наверное, можно будет по сочетанию клавиш, типа быстрой команды. Да?
если не только мышкой. Первое задание мы сделали. Теперь надо его прекратить, завершить. Теперь завершить. Наши отношения улучшены. У нас с ним отношения. С рыжим красавчиком. Так. Иные даже отношения на ноль. Ну, думаю, уже начало положено. Думаю, этот красавчик будет моим. Бонусы. Далее, наверное, сейчас проверим склад. Да, вот она, штучка. И так как я успела раньше 4 часов. Кто может это задание выполнять вообще 4 часа и 50 минут? По сути, 5 часов на одно задание. Ну, это круто так-то, с одной стороны. Я еще могу в это время пойти поспать. Перерыв? Перерыв? Насколько нужно перерыв? Валерий, насколько нужно перерыв? Я думаю, может, не перерыв, а до новых встреч и до завтра. Может, когда-нибудь еще мы с вами встретимся. Давайте до завтра, примерно же в это же время, поиграем, возьмем второе задание у этого красавчика. И будем дальше смотреть, что нам предложить. Ну все, тогда всех целую и обнимаю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем поки. А во сколько? Ну, примерно так же. Я не помню, сколько мы начали. Это было где-то... Сколько мы уже тут? Сколько мы тут уже? Сейчас скажу. Мы с вами здесь уже 2 часа. Значит, ну, примерно так же.